Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей, сборка Stone, Stone, что там у нас, блок? Блин, что я запомнить-то не могу, это же простое название. Так, что, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что я уже сделал 8 сейлок с железными сетками. Сюда еще вкопал с обычными сетками, потому что нужно было просеять землю и получить семена. И, кстати, я тут получил еще семена травы. А семена травы — это хорошо, потому что, смотрите, что я тут замутил. По подсказке, что если поставить землю рядышком с вот этими биомами, ну как, с вот этими блоками биомов, то оно будет, получается, генерить здесь такую фауну. Кстати, тут надо, наверное, может быть, даже немножко расширить. Не знаю, ладно, давайте не сейчас, не сейчас. Единственное, что давайте здесь траву посадим. Так, на всякий случай, пускай она разрастается. Ну и если вдруг тут курицы какие-то появятся или животные, вот, надо бы это все дело защитить. Так, есть у меня палки, есть у меня доски. Так, вот здесь у нас много палок, точно. Сейчас мы сделаем заборчик. Так, чтобы вспомнить, как он делается, по-моему, как-то так. Да. Так, 24 забора, я думаю, хватит. Вообще неплохо бы еще одну калитку сделать. Так, калитка у нас как? Наоборот делается вот так. И вот так, да, калитка. Вот, и попробуем здесь что-нибудь вывести. Вот тут мы, наверное, перекроем. Так, вот так тоже. И здесь поставим заборчик. Так, хорошо. Значит, у меня закончился молот. Вот это все долбал я обычной киркой. Ну, уже она у меня, по-моему, кончилась. А, нет, вот, флинтовую сделал, так, просто, чтобы было. Еще мне подсказали, еще в первой серии я просто две серии сразу снял. Ну, когда снимал первую. Вот, не смог во второй вам это показать. Короче, подсказали про кнопочку букву К, английскую. Если у вас есть что собирать, допустим, 2 на 2 или 3 на 3, то с помощью нее делается это очень легко. Смотрите, подводим К. У нас булыжник получился. К, и у нас получается булыжник. Если хотите 3 на 3, то у вас должен быть обязательно открытый инвентарь. Ну, в смысле, не инвентарь, а крафтерный стол. Потому что вы же не можете вот тут 3 на 3 собрать. Поэтому я просто так уже нажал К и получил 32 каменных крафтерных стола. Ну, вот этих вот. Кстати, надо было их не выкидывать, а заставить пол. Ну ладно, уже выкинул. Так, короче говоря, если я здесь К нажимаю, у меня, видите, сразу получается компрессионный коблстоун. Вот такая вот хорошая штука. Так, семена мы пока сюда высадим. Они нам еще пригодятся, и особенно семена травы. Так, здесь мы можем... Кстати, вот тут К, если нажать, что будет? Ничего не будет, потому что нету никакого инвентаря. Так, вот так. Ну, а это можно просто вот так сделать. О! Хорошо. Так, деревяшечки мы пока сюда. Я тут еще подготавливаю сеток. Не знаю, зачем их так много. А, ну я собираюсь вообще-то весь пол сделать. Несмотря на то, что... Ну не весь пол, а 4 на 4 это точно. Несмотря на то, что мы сделаем автоматическую сеялку, автоматическую там хаммер, все у нас будет автоматическое, но все равно вручную иногда просеять понадобится. Поэтому... Ну, не знаю, короче говоря, может быть, я так и оставлю, хватит. Ладно, с этим мы разберемся. Так, на чем мы там остановились? Давайте чуть по квестам все-таки. Так, по квестам мы сделали вот это вот все. У нас впереди кобблстоун-генератор, который чуть-чуть побольше будет. Так, алмазная сетка. Кстати, алмазная сетка. Я ж тут напросевал, я ж тут готовился. И алмазная сетка — это нужная штука. Я даже думаю, что на нее стоит потратить алмазы и нитки. Так, так что мы вот тут вот как бы делаем как-нибудь вот так. Так, и вот так. И у нас получается алмазная сетка. Отличненько. Мы можем даже ее временно воткнуть. Она ж не тратится. А хотя, зачем ее временно втыкать? Потом уже, когда надо, тогда и воткнем. Так, сдать сдали. Давайте посмотрим, может, нам что-нибудь за это дадут. Подгонят, так скажем. Так, и дальше нам нужно делать, ну, наверное, печку. Потому что печка, она
по-любому пригодится. Несмотря на то, что у нас куча здесь всяких печек различных, это все равно понадобится. Я уже здесь нажарил кирпичей, не очень много, но я думаю, на печку точно хватит. Так, делаем тогда все по порядку. Нам понадобится стекло. Так, есть у меня стекло. Так, делаем так. Делаем так. Ну, наверное, сразу два дрейна. Хотя можно и один. Ладно, давайте сразу два. Два дрейна. Так, стол не делал я еще. И вот такую штуку. Да. Так, ну и, собственно, все, наверное. А, еще парочку этих. Даже, наверное, не парочку. Ну ладно, пока парочки хватит, я думаю. Так, есть. И кирпичиков нам надо. Так, отлично. Забираем. Этот комплект у нас есть. Ну, я думаю, эти кирпичи тоже есть смысл перевести в эту штуку. Так, я вообще-то здесь приготовил место, но что-то как-то я то ли не предусмотрел. Здесь бы неплохо бы все-таки немножко и углубить. Углубить, так скажем. Наверное, вот здесь нужно немножко выкопать. Так, как-нибудь вот так. Потому что она тут будет мешаться мне немножко. Так, так, так. Так пойдет 3. Ага, ага. Ну, в принципе, ладно. Наверное, так мы и поставим ее. Так, вот это у нас будет основание. Здесь у нас будут стеночки. Так, а вот тут, наверное, можно бы поставить дрейны, да? Так, нам нужна какая-то основа. Ну-ка, давайте чуть-чуть булыжника разберем. Так, у нас же как-то вот так должно быть все. Обязательно надо было именно так впихнуть его. Так. Да, я думаю, как поставить. Я, наверное, знаете, как сделаю? Вот эту штуку. Блин, не знаю, как лучше поставить, чтобы красивее было. Что думаю, может быть, потом здесь как-то лаву туда провести. Не, наверное, лаву мы поставим здесь, как это и должно быть. Так. Дрейны поставим по бокам. Так, 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 так. Не, наверное, дрейны нужно было бы здесь по бокам. Так было бы красивее. Точно. А вот лаву как раз... Так, ну, контроллер по центру, я думаю, по-любому. Так, так, вот так, два дрейна. Да, 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 да. Под лаву, наверное, вообще сюда запихнем. Потому что я это потом собираюсь убирать. Да, вот туда можно будет как-то подвести. Так, ну и пока поставим... наверное, как-нибудь вот так. Так, хорошо. Вот. Где-то у меня тут было ведро. Мы сейчас, наверное, вот эту штуку освободим. О, господи, тут его много прям. Так, тут 4 ведра, все, достаточно. Так, а вот тут вообще перекроем. Во. Во. Это все равно потом будем переносить. Так, ну что, печка как-никак готова. Лучше, конечно, сразу поставить два ряда кирпичей. Так, и вот они у меня уже кончились. Так, а вдруг вот в этих сундуках кирпичи? Вот бы была красота. Glowstone ingot. Хм, интересно. Зачем он мне сейчас? Chance куб. Черт. Закон летсплейщика. Увидел шанс куб, открывай. Ну давайте вот здесь как-то, ну я не знаю, что сейчас будет, если честно. Опачки.
А в очке Демоник или Гаргантиум драм какой-то. Ага, 65 миллионов. А, нет, 65 тысяч ведер воды. Ну, неплохо, неплохо. Так, ладно. У меня теперь много диспенсеров. Кстати, ее, наверное, лучше использовать. Так, а что там внутри? Ничего, да? Ау. Че я там достал? Рыбку какую-то. Ага, я могу собаку заспавнить, прикольно. Главное, чтобы сейчас не убиться, если честно. Ой, ой, выпустите меня. Блин, я тут рою, они умудряют... Ага. Ну что ж, у нас есть наковальня. Так, ага, у нас есть много наковален. Прикольно. Как хорошо, что мы были внутри, да? Так, кстати, у нас тут сейчас начнут спавниться всякие. Да, мы устроили. Да, у меня теперь куча наковален. И, кстати, по-моему, оно тут дропается, как только падает. Как на меня не попало, я вообще не понимаю. Так. Ну что ж, у нас еще есть 3 куба. Чем бы дитя не тешилось, да? Ай. 3, 2, 1, что? Что? Ничего? Прекрасно, прекрасно. Так, есть у нас еще факелы. Так, ладно. У нас еще 2 куба. Ну, а почему нет? Я, если честно, даже не знал, что здесь они есть. Опачки. Чего-то много там чего-то. 60-pound compressed cobblestone. О, как он пригодится. Мне я его сейчас даже, наверное, выложу. Там под что-то он будет... Ух ты, блин. You matter. Ну, you matter — это очень хорошая жидкость. Это, по-моему, это самая материя. Какая хорошая у меня корова появилась. Просто офигеть. Так, а ну-ка откладываем все это добро. Даже не знаю куда. Вообще, почему я с кучей вещей? Так, последний куб. Главное, чтобы тут все не затопило какой-нибудь фигней. Ау! Ау! Ёкарный бабай. Это что, фигня у меня теперь? Внутри, что ли? Осталось 30 секунд, чтобы что? Чтобы отсюда выбраться, что ли? Я так что-то чувствую, что он мне сейчас все тут разгромил. Конечно. Вот этого не надо было делать, скорее всего. Да, да, это здесь 3, 2, 1. Так, я умер. Еще и почему-то горю. Так, 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 а что оно мне раздолбало? Вот этот сундук или что? Так, ну хорошо. Да нет, особо ничего не раздолбало, если честно. Только я почему-то не могу открыть сундук. Очень интересно. Ну ладно, основная часть вся на месте. Тут что-то... Короче говоря, вот этих сундуков, я так понимаю, уже нет. Да нет, вроде бы есть. Очень странно, очень странно. Так.
Но вот здесь я не могу попасть туда. Так, а вот эта штука вообще работает? Ага. Короче, тут что-то очень сильно глюкануло. Тут нужно перезаходить, скорее всего. Да, у нас и тут ничего нет. На самом деле. А печка работает? Печка работает, слава богу. Короче, что-то тут произошло. Так, вот они наши. Куча этих самых кобблстоунов. Так, и моя кирка. Ну ладно, повеселились, как говорится. И бог с ним, да? Так, вот это должно было быть так, вот так. Ну, оно того стоило, согласитесь. Ага, у нас даже вот эта штука не работает. Вот это плохо. Черт. Так, я так боюсь, что... Да нет, тут все нормально, все по-человечески. Моя голова, кстати. Как хорошо, что я все выложил, кстати. Так, куча диспенсеров. Вот хоть эту делай. Как ее? Мобоферму прямо тут. Ну, почему бы и нет, кстати. Так, ладно, я пока, наверное, это все оставлю. Кстати, а вот эти наковальни мне случайно не пробили от самого-самого верха? Они же с неба падали. Да, они с неба падали. Я сейчас могу запросто попробовать залезть наверх. Прикиньте. Да, как-то у меня не по плану все пошло. Но с другой стороны, почему нет? Почему, собственно, нет? Мы же можем сейчас сделать лестницу. Я всегда хотел посмотреть, а что там? Вдруг там небо? Так, а ну-ка. Просто самому копать на самом деле очень сложно. Потому что приходится все время копать с лестницы. А тут у меня такая уникальная возможность. Ой. А. Ну да. Да тут просто получается точка, на которой я умер. И поэтому вот такой вот эффект. Так, ладно, давайте я сейчас ее лучше отключу. Как там у нас? Вот так, наверное. Так, waypoints. Remove. Ну, вообще, судя по тому, что там темно... Мне почему-то кажется, что там ни черта нет. Так, и у меня факелов нет, да? А, ну вообще я куда-то добрался. До самого какого-то верха. 115 уровень. Ой. Оно бьется. Хорошо бы еще видеть, что здесь происходит. Так, тут получается не очень-то и высоко, да? А что там дальше, непонятно. Или просто наковальни падали не с очень высока. Что, скорее всего. Так, а есть у меня хоть какие-то факела? Так, так, так. Так, так, так. Ну, я такое переснимать не буду, ребят. Шанс куб, есть шанс куб. Единственное, что я сейчас факел тут не поставлю, да? Но я вот тут поставлю. Я хочу посмотреть просто, что там вверху. Что это вообще такое? Хм. Тут камень просто. Вот видите, что здесь неудобно? То, что копать приходится вверх. Ну ладно, я думал, тут оно с самого верха упало, а до самого верха еще 100 блоков. Так что, наверное, мы так копать не будем. Угу. Понятно. Ладно, но когда-нибудь мы туда прокопаемся. Может быть, когда-нибудь потом. Хорошо, вернемся к нашим... к нашему делу. У нас тут получилась, конечно, конструкция вот такая интересная. Но она нас не убила. А могла. Так, лесенки пока сюда. Что мы там делаем? Так, мы тут хотели печку, да?
Лава у нас есть, нам нужно кобблстоун. Нам нужен кобблстоун, у нас кобблстоуна дофига. Так, давайте, наверное, вот столько сейчас сразу выкинем. Так, 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 сделаем-ка его компрессионным. Так, и вот это дело сейчас сразу туда закинем. Ага, я наливал лаву, но теперь ее нет. Ее нету ни тут, ни там, нигде. Так, потому что у нас это все не работает. И, скорее всего, вот этот колдрон уже не колдрон. Да. У нас просто произошел великий глюк. Так, а вот сейчас пошло. И вот тут у нас уже, наверное, ничего нет. Потому что оно как-то восстановилось. Не понял. А, у меня поломалась кирка. Так, тут нужно просто все перевставить. И тогда оно пойдет. Угу. Так, ну да, она пустая. Это будет сейчас очень долго. Ну пусть будет. Так, что у нас там еще есть, кстати, за коровой? Так, корова, ну-ка иди сюда. Не-не-не, не выходи, не выходи, не выходи. Так, Молдер Дарк Стил. Отлично, отлично, просто отлично. Тихо, нет, корова, стой. У меня есть план. Где у меня ведро было? У меня ж было ведро. Так, а что у нас тут? Вода просто. Так, а как же очистить воду? Эту штуку нужно для лавы. И потом какой-нибудь генератор замутить. Да, было бы неплохо. Так, а что у меня с ведром еще раз? Вот у нас ведро. Так, корова, ну иди сюда. Да нет, 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 не ты, не ты, не ты. Блин. Ладно, иди гуляй, короче. Опачки, у нас даже овца появилась. Так, вот то, что корова тут выбежала, это вообще нехорошо. Так, а чем же ее обратно? Ну чем? Пшеницей же, наверное. А пшеницу надо вырастить сначала. Ну хотя, ходи тут. Главное, не упади никуда. Это я тут начал, кстати, рыть. Ага, у нас тут еще и взорвалось. Кстати, а что у нас там сейчас внизу? Там же у нас много чего падало. Я тут хочу сделать типа генерацию всего, но это будет потом. Так, и у нас тут, кстати, что-то факелов нет вообще. Так, лава у нас появилась или нет? Почти. Да, кубы, конечно, меня как-то немножко вывели из себя. Как-то от квестов откинули. Но с другой стороны, я добыл много чего интересного. Так что, в общем-то, я рад. Так, я хотел что сделать? Я хотел взять, подойти к этой корове, набрать у нее темной стали, вылить ее вот сюда. Так, и отсюда потом что? 6 инготов. Хм. Так-то неплохо. Я сейчас могу сделать, например, какой-нибудь, я не знаю, меч. Так, это наливаем тогда сюда, и нам нужно сделать тогда формочку. Так, для того, чтобы сделать формочку, нам понадобится копер, естественно, и алюминий. Алюминия побольше. Тут, кстати, можно так буквочкой К тоже соединять. Так, ну давайте сделаем... Да пока 1:3 просто. Я надеюсь, оно не перемешается там с темной сталью. Нет, не перемешается. Так, и у меня очень много камня, 20 блоков. Это вообще хорошо. Я думаю, для них нужно делать уже автоматизацию. Так, есть у меня уже немножко редстоуна. У меня есть камни. Ой, камни, говорю, палки. Палки у меня где-то тут были. Так, у меня поломалась садилка, да? Вообще пропала куда-то. Ладно, с этим я потом разберусь. Это вообще не важно.
на данный момент. Значит, а что у меня вообще из ценного? Давайте еще раз посмотрим. Значит, у меня есть 6 наковален. 60 compressed cobblestone. 4 штуки. Это у меня, значит, сколько их? 2 ляма. Неплохо. Большое ведро. Что тоже, кстати, как оно делается? Гляньте. С демон ингота какого-то. Так, а что у нас за овца, кстати? Energetic ship? А что с тебя поимить можно? Расскажите, ребят, в комментариях, что с нее можно поимить, с этой овцы. Так, дальше. У нас алюминиум брас есть. Где-то у меня там был кирпич, по-моему, один. Да, отличненько. Угу. Я вас понял. И кирпич пропал, наверное. А, так у нас здесь вообще сейчас глюки, да? Ой, как это все плохо, а? Ну вот куда она делась? Тут, наверное, лучше перезайти. Перезайти в игру. Так, давайте пока поставлю на паузу. Так, перезашел в игру. Вернули мне этот столик. Ну, не знаю, поставится ли он теперь или нет. Ну, кстати, там все равно копать. Так, поставится, поставился. И вот он, кирпич. Так, и что у нас тут? Алюминиум брас. Я понял. Так, а ну-ка. Не, тут надо то ли всю печку перебирать, то ли я не знаю. Да, что-то вообще нехорошее. Так, алюминиум брас, да. О, пошло дело, слава богу. Так, ну я так понимаю, что тут тоже литься не будет, да? Так, теперь у меня есть вот такая штука. Хорошо. Мы давайте, наверное, сейчас вот из этого отольем. О, здесь все работает. Ну, короче говоря, то, что попало под вот этот бедрок. И потом тут вынесло мне мозг немножко. Так, вот это все, наверное, надо убирать. Это мы отольем всякие нужные инструменты, потом этим будем заниматься. Так, давайте еще. Так, ну это тоже можно. Так, это мы ставим сюда. Сюда, и здесь 3 штучки тоже нужно. Так, из этого собираем еще один кирпичик. Ну, давайте так, чтобы для красоты его поставим по центру. Так, так, и 2 здесь. Так, будет такая вот. Так, здесь у нас лава производится? Производится. А почему не загружается, кстати? Загружается, только как-то тормознуто немножко. И вот это все как-то все тормознуто работает. Ну ладно. Так, и теперь давайте займемся. Так, корова, ты туда решила вернуться? Это ты молодец, конечно. Так, как бы тебе туда запихать красиво? Ой, что-то... Корова, давай туда. Давай, заходи туда. Овцу не выпусти. Они тяжелые такие, нифига их не подвигаешь. Так, давай. Молодец. Вот, хорошо. Так, а что с овцой? С овцы что-то можно подстричь? Давайте попробуем. Есть у нас железо? Ага, есть. Я думаю, с ней будет обычная шерсть. А может быть и нет. Что это за шерсть? Энергетик. White Wool. 1062 РФ. Шокинг. Интересно, а что из этой шерсти такое энергетическое можно сделать? Энергетик шерс можно сделать. Ну, в смысле, ножницы. Так. Или покрасить. И что с этим... А, и потом с помощью них, наверное... From any entities also... Like regular shears. Energy. Ладно, надо подумать, почитать про вот это вот дело. Дело так-то хорошее, я так подозреваю. Так, ну хорошо.
Я хотел сделать автоматическую такую штуку, где у нас тут редстоун есть. А, редстоун я уже взял. И как там эта штука делается? Так, нужен камень. Камень где-то у меня тут был. Когда-то. Вот он. А, факела нужно сделать. Так, мы сделаем парочку, наверное, часов. Я их часами называю. Так, вот этой штуки мы сделаем вот такие вот штуки. Так, 5, 5, 5, 5. И нам, наверное, нужно будет... Так, что у нас тут? Так, Dark Steel у нас есть. А из Dark Steel можно много чего интересного сделать. Так, Silverstone, вот это ставим сюда. Так, и вот это ставим сюда. Так, и теперь вот нужно сделать воронки. Вот что нужно сделать. Поэтому мы, наверное, сейчас... Давайте закинем железо побольше. Так, так, так. 64 железа. Круто так-то. Так, сделаем воронки, и тогда этот процесс автоматизируем. У нас хоть что-то будет, наконец-то. Так, ребят, ну, извините, но вообще подошло время к концу нашей передачи. В мире шанс кубов называется. Поэтому на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Жду ваших советов, предложений и так далее. Вот, но у меня две самые офигенные коровы, наверное. Темная сталь плюс материя. Ты ж материя? Да, она материя. Кстати, ее, наверное, надо потихоньку собирать как-то, что ли. И еще скажите, как можно освободить вот эту бочку? Потому что мне нафига столько воды-то. Я, кстати, не удивлюсь, если просто с шифтом. Или сломать с шифтом. Я ж не буду вычерпывать это все. Правильно? Так, а можно как-нибудь... Да, попробуй освободи, называется. Ну ладно. Я думаю, это как-то не очень сложно делается. И вы обязательно напишите как. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что посмотрели, и всем пока.